Доброе утро всем, кто присоединился к нам в эти минуты. И сразу расскажем, какая погода нас ожидает сегодня. Сегодня в Карачаево-Черкесии облачно. Местами осадки в виде мокрого снега, а также туман и гололед. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Возможны порывы до 18. Температура воздуха ночью от 3 до 8 мороза. Местами минус 8, минус 13 градусов. Днем минус 2, плюс 3. В горах 0, минус 5. На дорогах местами гололедица. В Черкесске облачно, ночью небольшой снег, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду с порывами до 18. Ночью столбик термометра опустится до отметки минус 6 градусов, днем минус 1, плюс 1. Ночью и утром на дорогах гололедица. В Карачаево-Черкесии прошел региональный этап федерального конкурса «Ты предприниматель». Молодой предприниматель Денис Брем уже третий раз становится победителем этого конкурса. И в эти минуты в нашей студии Денис расскажет моей соведущей Бели Джазаевой о своем проекте, об участниках конкурса и о мероприятии в целом. Доброе утро всем. Доброе утро, Денис. Здравствуйте, Бэлла. Вот ровно год назад мы с тобой вот так же встречались по этому же поводу, по которому мы встречаемся сегодня. Ты также становился победителем регионального этапа конкурса, федерального конкурса «Ты предприниматель». И, насколько я понимаю, это уже третья победа у тебя. Мне, конечно, хочется спросить о проекте. Ты продолжил тот проект, ты предложил новый проект. Расскажи. Мы продолжаем работать над нашим проектом. Это халяльная косметика под брендом «Маис». Мы также продолжаем развивать представленность, продажи. И показываем хорошую динамику, вот вследствие чего удалось выиграть конкурсы в этом году. О самом конкурсе что ты можешь сказать? Вот участие в подобном мероприятии вот молодому предпринимателю, такому как ты, да и вообще молодому человеку, который еще не участвовал в подобных конкурсах, что дает? Ну, во-первых, я считаю, что это отличные возможности для того, чтобы потестировать себя и попробовать себя вне рамках бизнеса, а более в таких в рамках познакомиться с новыми участниками, познакомиться, попробовать новые испытания. И бесспорно это матчмейкинг, так называемый, то есть когда мы знакомимся с новыми людьми, с новыми, обрастаем новыми контактами. И то есть как бы с рядом участников мы подружились, ведем какую-то совместную деятельность, либо поддерживаем друг друга. То есть я, вот, к примеру, стараюсь приобретать продукцию других участников, а тем самым как бы помогая им дальше развиваться. Ну и расскажи про других участников. Вот что тебе запомнилось? Какие-то проекты тебя впечатлили? Ну, к примеру, мне очень понравился проект по деревообработке. Один из участников, он открыл здесь студию в Карачаево-Черкесске и как раз занимается изготовлением атрибутики из дерева, в том числе для юридических лиц и физических лиц. И он сейчас как раз в процессе привлечения инвестиций для расширения. То есть приятно отметить то, что его деятельность имеет положительный результат, и он готов к дальнейшему расширению и привлечению новых инвесторов в свой проект. То есть... Денис, ну я не могу у тебя не спросить, ты на следующий год планируешь участие в этом же проекте? Да, я вообще думал, что это будет последнее мое участие, потому что мне 30 лет, а тут пришла новость, то, что планку подняли молодежь до 35 лет, так что, в принципе, я могу еще порядка 6 раз поучаствовать. Но, может, ты придумаешь что-то новое уже? Или? На самом деле есть много идей, которые хотелось бы реализовать. Всегда, конечно, стоит вопрос человеческих ресурсов и времени. И я думаю, что мы к следующему году сможем предложить еще пару интересных проектов. Очень будем стараться. Честно говоря, в тебе я не сомневаюсь. Я благодарю тебя за участие в нашей программе и желаю тебе успехов. Спасибо. Спасибо. Спасибо нашей гостиной. Наш телевизионный эфир в 9:00 продолжит программы Ногайской редакции. А следующий выпуск «Вестей» с Аллой Динаевой смотрите в 14:30. Хорошего продолжения дня. Встретимся завтра. В честь 30-летия мы подготовили для вас специальное предложение. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,9% годовых в Минбанке –
Меньше платеж, больше поводов для радости. Московский индустриальный банк. Скидки? До 80%? Да! Распродажа в 585 золотой. Украшение со скидкой до 80%. Надо брать 585 золотой. Дарите эмоции. Биберленд. Миру сыр.